Опасного вредителя коричневого мраморного клопа сейчас, конечно, обнаружить сложно, но необходимо. Как говорят специалисты, это как раз то время, когда есть возможность не дать ему вылететь из мест зимовок. Обычно насекомые прячутся в сарае, где-то под крышей, но перехитрить их можно, если организовать даже сейчас фальшзимники. Коробку наполняем или гофрированным картоном, или если есть ветошь какая-то ненужная. Это все складываем в коробочку, делаем надрезы наверху. Клоп туда заползает в большом количестве. Они выделяют специальные вещества, чтобы остальные клопы в это место приходили. Такую коробку потом можно бросить в огонь, тем самым уберечь сад от карантинного вредителя, который оказался гурманом. Здесь малина. И очень много клопа в ней бывает, собираем этот клоп, но все-таки он есть. Мы не можем ни фасоль сейчас посадить, ничего, потому что они тут же все это съедают. В конце апреля и начале мая, когда мраморный клоп начнет разлетаться, можно применять и химические препараты. Кто-то развешивает феромоновые ловушки, можно использовать клеевые или световые. Все средства хороши, лишь бы не дать вредителю размножиться. Он сейчас находится в спящем состоянии, и его проще будет поймать. Как только он вылетит на место пропитания, то тогда он начнет размножаться. Одна особь производит до 300 особей, а за лето он 3 раза может воспроизводиться. Парки, скверы, деревья вдоль трасс обработают за счет городского бюджета. Но в Сочи масса частных территорий. Мониторинговые группы объясняют жителям необходимость самостоятельной борьбы с коричневым мраморным клопом. Только в Барановском сельском округе придется обойти 2000 домов. В целом же в Сочи составлена специальная дорожная карта по борьбе с этим вредителем. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.